выхожу на прогулку. 7 декабря 2022 год. 2 часа 45 минут. Сегодня 42 градуса мороза. Минус 42. Минус 42. Это наша изба. Как мы нашу избу утепляем от мороза. У нас снежная изба, снежный дом. Вот так утепляем. Вот наш утепительный материал. Ой, такой воздух. Ой. Дышать как-то густым воздухом минусовым, морозным. Кашель захватывает. И-и-и, мои воробушки. Сейчас покажу мою улицу. А, у нас тут открыто же стоит. Это снаружи закрыто. Значит, мне не выйти через калитку. Дома у нас очень тепло. Плюс 26. Сегодня ходила без носков. Иду на прогулку. Дома сидела перед компьютером. Ноги отекли. И хочется дышать свежим морозным воздухом. Привыкла уже. Как лошадка. Лошади же не могут дышать в помещении. Они зимуют прямо в лесу. Живут в лесу, на полях, на лугах. Ой, мама, упала же.